добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Двигатель 2.5 бензиновый, 129 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач, задний привод, машина 1977 года выпуска. Прошла выставка ретроавтомобилей на набережной. Фотографии сделаны не мной. Было здорово. Из-за запаха выхлопными газами в салоне решили поменять выхлоп, купили заднюю банку, а вот со средней частью засада только оригинал. Решил проэкспериментировать с колесами. Поставил мае 8,5 А17 Ё28 назад и Ё32 вперед, покрашены черной порошковой краской, резину поставил 225-45-17 проставки 10 мм спереди и сзади. Установил новый на Камичи вместо Пионера 77. На мой взгляд, даже с моей акустикой играет намного чище и лучше. С подсветкой 123 и по дизайну лучше сочетается. Заодно поменял пожелтевшие вайт-волы на вайт-бенды. Супер фото от суперкарка Mini Factory с Mercedes 123. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте.